Это продолжение истории про как торговать на eBay на Амазоне. Мы поговорим, когда мы даем бесплатную отправку. То есть, если человеку приятно получать товар с бесплатным шиппингом, и как бы, соответственно, это входит в цену отправки. Скажем, если товар мне обходится там в доллар 50 центов, то отдельно, скажем, если за 10 долларов я его продаю, 2 доллара Амазону, там 2 доллара на воровство, на защиту, и там 2-3 доллара стоит отправка, то оно как бы получается, складывается. Вот. Бывают, правда, случаи, когда люди ты даешь не международную отправку бесплатную, а по штатам как-то каким-то образом меняют и все равно отправляют на international, и тебе приходится платить гораздо больше, но с этим надо или мириться, или отказывать эти заказы. То есть время от времени надо как бы подправлять технологию, там бывают лупхолы. Вот. Shipping policy – вот дело важное. Старайтесь прописать все нюансы, все, как, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то новой проблемой, описывайте ее, то есть как бы как добавляете вашу shipping policy, потому что все время что-то новое приходит. Я стараюсь достаточно всегда иметь много картриджей, чтобы когда отправлять, надо печатать, все было хорошо видно, как бы лейблс хорошо были видны. И я стараюсь как бы policy разбивать на bullet point, то есть на детали, то есть этот пункт, то есть по сути, так чтобы не нужно было вчитываться в одно, люди не могут читать долгий текст подробный, чтобы оно было разбито по как бы маленьким темам, там, как Twitter language, знаешь, 140 characters и все. Same day shipping очень дорого, стараюсь не предлагать. И не забывайте вкладывать sleeping. Я еще часто вкладываю бизнес-карточку как бы рекламу там на sale дискаунты, если удается. И как бы очень важно вкладывать personal note. Спасибо, благодарность. Вот это тоже делает personal touch. Увидимся в следующем видео. Спасибо.